139-й псалом, один из самых таких мощных псалмов, очень сильный псалом, много толкований. Философское его содержание заключается в том, что наши желания сказаны известным Богу еще до того, как они возникли. И он знает на каждого из нас намного глубже, чем мы себя знаем. Поэтому это надо подумать и понять. Псалом читается за улучшение отношений между мужем и женой. Написано, что это очень сильная и мощная сгула для этого. Это также сгула свернуть сбежавшего мужа, ребенка и так далее. Особенно, когда читаешь седьмой пасук, это «Куда уйду от твоего духа и куда убегу?». Что еще о философии этого псалма говорится? Растраченное время невосполнимо, ибо, как написано в 16-м пасуке этого псалма, в книге твоей записаны все дни, когда сотворены будут, и каждый из них. Нам отмерен каждый день определенный срок на этой земле, и ни днем, ни часом больше. Поэтому за это время мы должны выполнить определенную задачу, с которой пришли в мир. И об этом человек стоит задумываться и утром, и вечером, когда он просыпается. Написано, что все элементы системы человека, душа, тело, действуют по программе, заложенной Творцом с момента зачатия. Сказано в нашем псалме, что «Ты создал мои почки и сотворил меня в чреве матери». Почки поддерживают, написано, давление крови в протоках и очищают, а восстановлением крови занимаются селезенка и печень. Идем дальше. Растраченное время невосполнимо, ибо в книге твоей записаны все дни, когда будут и так далее. Надо еще в дополнение к тому, что я только что сказал, понять, что этот псалом дважды или трижды пытается нас вернуть к тому, что есть какое-то идеальное наше состояние, и вот нам все время надо сверять себя с ним. Это сгула для принятия молитвы написано, для открытия небес. Потому что иногда молитвы блокируются, особенно когда человек говорит нехорошие слова или проступки делает. В этом псалме 24 псуки, строк, да, и вообще написано, что когда что-то повторяется 24 раза, небо обязательно принимают. И это в древних книгах написано, что вот эти 24 строки из Тегилим 139, это мощнейшая сгула для открытия врат молитвы. И поднимается молитва, написано еще об этом. Не зря этот псалом входит в так называемые псалмы мизмарим. Мизмор происходит от слова какой? Лизамер, срезать. И, то есть срезать преграды, то, что называется, обрезать шипы у розы. Обвинители, которые не дают молитве подняться. Написано, есть уникальный каббалистический порядок открытия врат молитвы. Если ты хочешь, чтобы молитва вот точно дошла, читают псалмы, 10 псалмов в следующем порядке читают. 30-й, 139-й наш вот этот псалом, 1-й, 122-й, 103-й, 67-й, 23-й, 148-й, 6-й, 105-й, 33-й, 27-й. Если их произносишь перед своей молитвой к Богу, написано «принимается молитва». Еще это большая сгула для шалом-байта в семье. Когда нет мира в семье, когда хочется восстановить отношения, читаются Шамуш Тегилим, книга говорит именно этот псалом. И это псалом еще для мужчин, подростков, у которых сильное вожделение к чужим женщинам, читает два раза в день для того, чтобы это помогло. Это сгула еще большая во время митцвы Бигур Халил больных, чтобы вылечиться и после пасука, который говорит, не оформили, не видели меня очи твои, после этого еще помолиться о выздоровлении. Рекомендуют очень все, что читать этот псалом, если ты хочешь совершать бескорыстно добрые дела. Ну и последнее, что, пожалуй, есть по этому псалму. Написано из собранных Рава Мартовских по псалмам, написана очень интересная вещь, что это очень возвышенный псалом. И во всех пяти книгах нет подобному ему, который так наставлял бы человека на пути Всевышнего. И дальше написано «Счастлив тот, кто произносит этот псалом ежедневно». Все.